подземный ход. А, сейчас точно подсобное помещение. Там да, это я что-то не найти. Вот это сердцо какое. Ну. Строение со старинное. Да. Да. Вот то амбар. Там соленья хранили, полуподвальное. Mm-hmm. В этих арках хранились они летом, зимой кареты. В полуподвальном помещении температуру сейчас держит. Это флигель. Жилуправляющий и гости, которые после бала не могли уехать. Это было деревянное двухэтажное. Mm-hmm. А коммунисты хотели восстановить и сделать гостиницу. А так была обслуга графа, жила в двухэтажном здании. Это пивоварня, там родничок. Вот здесь первое пиво они делали. Потом... Рязко. Это частная собственность. Вот. Тут мусора нету денег. Ой, как красиво. В Мирском замке были, нет? Нет, не были, я вообще первый раз. Ты приедь, когда дня на два. А мне месяц уже был. Поехали в Сибирь. Аэропорт Стамбул. Вот Мирский замок, напоминание. Строить. Ух, камень какой. Камень как положен душевно. Положен, да. Сколько его вручную уложили. Вот даже собрать его надо было, привезти, вытести. Повезло. Ты посмотри, сколько у вас карьера. На да? полях. На полях. На полях собирают и весь снег. Вот то, что очищают поля. Но вот замковый вход, да, вот как в старину да. делали. Только вот это вниз, я же посмотрю вниз, уже брал бы нечего. Я оттуда перебрал. Знаешь? Ну не смотрит, давай. Не буду. Восемь. Телефоном пользоваться, то он там только включил. Да. Да, да, нет, и все. 8 каналов у нас государственных. Каждый канал у меня был и не по разу. Вот тебе, мне кажется, маленький зоопарк. 40 видов животных и птиц. Я говорю, против моего учителя, я просто помер. И ты знаешь, приезжают, когда я им провожу экскурсии, рассказываю, говорю, Тайган, а что это такое? Я говорю, ой, я говорю, позор. Вот, а вы говорите. Темные люди, даже не знаю. Друзья, 8 каналов. Представляете, все были в этом зоопарке, в который мы сейчас едем. Но это не совсем зоопарк, это фермерское хозяйство нашего друга. И мы еще успеем, пока солнце не село, нет, вам нет. показать. Не успеем? Не успеем. А успеем. Все успеем. Нам вообще, Олег Алексеевич, можно по миру ездить, понимаете? И везде у нас друзья, да. Везде ждут, везде зовут, везде друзья. А мы все работа. Ну, до Юрия Владимировича доехали. С больничной койки вытащили. Да. Ну, что? С больничной койки человека забрали. Я очень рад. Но он смотрит все наши репортажи. Сам. Не все, Танюш, за тобой не успеваешь. С тобой не успеваешь. Ну, основные. Я думаю... Верович, но земля в Беларуси ведь хорошая сама. Люди строят домишки, строят хорошие. Да, у нас простой народ называют царские села. Это так и не достойно, что гостиничку. Да, какая красота. Вот видишь, а я ж такой ненормальный. Вот это я насыпал дорогу. Со своего кармана. Смотри, какой ему лет. Да, Нет, мне вообще все здесь нравится.
Я так понимаю, Беларусь вообще моя страна. Я так поняла. Вот здесь на этом пятачке у графа цыгане там танцевали. Жаль, сегодня не увидим цыгане. Лет на сто. Нет, мне все, друзья, понравилось в Беларуси. Вот все, что... О, кстати, сколько собачек. Тоже замечательно. И дороги, амбар, и строение. Амбар, сарай, да? Но посмотри, с арками. С душой, вот красиво. Вот эти арки заталкиваются, да, они, и летом, да, они хранятся. Ага. А вот с этой стороны, смотри. Для саней. Вот был в Ледовник. Помнишь, Ледовник? Вот сейчас я... брал ключ у этого смотрителя, заходил туда. У нас здесь плюс 30, а там я поежился. Да, там 7, хотя льда нету, просто камень. 7-8. Просто 10. Камень. Люди так, такие дома хорошие. И нет этих забоев. Вот что мне понравилось еще в Беларуси. Нет каких-то сумасшедших забоев по 3 метра. Нет, все равно невысокие забойчики. Все видно. Метров выше 2 метров нельзя. Чудно. Сразу зелень, как все утопает. Центральная улица Царского села. Это был, который эти наши... Это совсем рядом с Минском, прикрыт Минском. Профсоюз наш. Не показывай уже где, к чьей дом. Батькин человек. С двух сторон. И опять вернулись в наш поселок. И? Это новостройка, поселок. Коттеджная. Из Роги, камон. Да. Просто шикарная коробка. А вид какой! Вид сам бы там круто пахнет. Вот. На зеленой траве, они как на Азовских островах у меня, посмотри. Облака, небо. Вид какой, коровки. Корова есть на зеленой траве. Да, 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 только на тур продукты. Только на тур продукты. Мраморное мясо. Но они не на мрамор пойдут, они вот. А вот моя валюта. Вот моя валюта. Девки. Малыши. А чего они одни лежат? У них детский сад. Да, а детский сад? И вот видишь, одна корова стоит. О, она их охраняет. Да. А мамки пасутся все. Ты же это, вот такого никогда не видела. Ну, настолько умные животные, это я просто сам. Одна стоит, их не было там. А те едят. Нормально. Ощущение, что у каждой коровы по теленку. Да, сколько их много. Ты видишь, нет, что, знаешь,